До начала пленарного заседания – объезд города. Первый пункт остановки – участки мировых судей. Депутаты интересуются, какие условия созданы для работы служителей Фемиды. Городские власти подчеркивают, этот правовой институт должен работать как часы. Ведь сюда со своими частными проблемами обращается немало анапчан. Первый заместитель главы курорта Светлана Яровая отметила, здание судов требует ремонта, а имеющиеся площади – расширения. И для маломобильных граждан суды тоже должны быть доступными. С Сергеем Павловичем вашими руководителями мы посмотрели все судебные участки. Есть полное понимание того, что надо сделать для инвалидов. Значит, все как положено, чтобы каждый мог попасть в суд, если он посчитает нужным обратиться. Вот пандус. Договорились, что в ближайшие сроки будут выполнены. Отдел судейских в сфере охраны здоровья жителей города-курорта. На пленарном заседании заместитель главы Людмила Мурашова рассказала депутатам, как в Анапе работает система профилактики различных заболеваний и зависимостей. С 2007 года на территории муниципального образования город-курорт Анапа сохраняется естественный прирост населения. Стабильно высокий уровень рождаемости, низкий показатель общей смертности, особенно младенческой, на каждую тысячу населения в сравнении со среднекраевыми показателями. Депутат ЗСК Анатолий Башинский эмоционально дополнил доклад и призвал всех участников заседания начинать заботу о здоровье самих себя. Чтобы вы беспокоились о себе, о своих детях и о мощи и силе нашего государства. Берегите себя! Здоровья вам! Заместитель главы курорта Олег Костенко в своем докладе отметил, что в решении всех важных для развития Анапы вопросов активное участие принимают общественники. На курорте работает 145 домовых и квартальных комитетов, которые помогают городским службам благоустраивать дворы и улицы, вести разъяснительную работу. Особое внимание властями уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи. Председатель городского совета депутатов Леонид Кочетов и председатель совета ветеранов Анатолий Гапонов наглядно продемонстрировали достижения Анапы. В прошлом году наш город занял первое место в крае по итогам проведения военно-патриотического месячника. Работа в этом направлении впечатлила депутатов ЗСК. В городе есть хозяин, есть команда. Город чистый, уютный. Везде как бы готовятся к сезону. Вот клумбы. Обратил внимание, целый торговый ряд выстроен, уже благоустройство сделано, и клумбы высаживаются, то есть обрабатываются. Мы видим, какой большой пласт работы делается, и это вызывает большое уважение.